второй по счету ролик по Black Rush. И сегодня у нас, знаете ли, в чем дело? У кого? Вот у нас. Опять же, я не хочу. Все, я перезаписываю. Сегодня я обозрю новость. Вы ее посмотрите, поставите лайк, сделайте репост, там, я не знаю, твит, ретвит, перезаклад, все прочее. И я обрадуюсь, я скажу, мол, да, все хорошо, все отлично. Спасибо вам за репост, ретвит, перезаклад, за все прочие вещи. Это замечательно, это круто. Давайте уже к самой новости. Их сегодня две. Я сам со всего этого немного, так знаете, офигел, потому что, типа, две новости. Серьезно, ребят, ну вы куда лезете? Две новости, что это такое? Неважно, давайте уже к новости самой. Новый худ на Black Rush. Ну вот, кстати, давайте вот по порядку, то есть, да, я остановлюсь пока тут вот, и все. То есть, новый худ. А худ, кстати, замечательный, потому что до этого то, что было, я даже не помню, что до этого было. По-моему, обычный GTA Самповский, это вот, знаете, худ, который перекочевал в КРМП, и в КРМП он там есть, и он там что-то делает, что-то там с ним происходит, так далее, и тому подобное. То есть, это не нужно. Это уже нужно было давно убрать. Я не понимаю, почему только сейчас это сделали, но хорошо, что хотя бы сделали. И вот, опять-таки, я не хочу ни на что намекать, как бы 13-й сервер Black Rush, это, ну, очень странно было бы, у них недавно открылся 12-й, хотя 12-й-то уже как бы, ну, полностью зафулен, и все там на нем хорошо, все там на нем замечательно, и, типа, все вообще отлично, что переживать, можно там и 13-й, и 14-й, и 15-й, 85-й уже сервак можно, так далее, поэтому вот, и вот эти вот все обновления, возможно, они опять-таки их покажут, настакают, так сказать, скажут, вот, мол, будет то, будет вот это, вот чуваки такие будут ждать, а там новый сервак, а на новый сервак можно и задоначить, а на новый сервак можно там, знаете, и ютуберов пригласить, а на новый сервак там можно и все прочие вещи сделать, поэтому как бы вот так вот. Худ мне, если честно, в целом очень сильно нравится, давно нужно было обновить, давно нужно было сделать все прочее, то есть вот такой, знаете, крутой, классный градиент, крутой, классный символ денег, монеты, хп, там, я не знаю, на пистолет, меню, вот, все прочее. Следующий, так сказать, этап в данной новости, следующая глава, скажем прямо. А также новенькая Toyota Supra. Вот опять-таки, логичный вопрос. Ее что, до этого не было? То есть, Black Rush, понимаете, в чем дело? Постоянно добавляет какие-то новые автомобили. Новые, новые, новые. Mercedes, BMW, Tesla, все прочее. И те уже кажется, что они добавили абсолютно весь мировой автопром. При том, что им за это даже, знаете ли, деньги не платят. Ну, то есть, очень было бы вообще очень круто, если бы разработчикам там серверов, проектов, всего прочего платили за то, что они все это делают. Потому что ведь в играх не появляются вот эти вот все знаменитые, знакомые нам бренды из жизни, там, машины, энергетики, все прочее, хотя в Death Stranding, по-моему, был Monster Energetic, это замечательно, но тем не менее, там все, за все это заплатили. Было бы классно, если бы за все это платили, вот сами эти чуваки там с Toyota, еще откуда-нибудь, чтобы там все это появлялось, типа была реклама, и дети такие, о, вот у меня есть на Black Rush Toyota Supra, я хочу, чтобы у меня еще была, вот там, знаете, в жизни Toyota Supra, или там Toyota Camry 3.5, я не знаю, можно ли у нас купить Toyota вот эту вот всю Supra, мне больше кажется, что это такая, знаете, американская история, но, допустим, в жизни у тебя будет там Toyota Camry 3.5, и потом еще у тебя будет, вот, я не знаю, там, на Black Rush Toyota Supra, это же замечательно, это же замечательно. Сама моделька, тут она показана уже, так, знаете, в игре, и такое чувство, что на всей этой модельке как будто бы какой-то ENB, ну, то есть у меня создается такое ощущение, вы можете быть с этим не согласны, но как будто бы, вот, прям, посмотрите на отражение, как будто бы есть какой-то ENB, при том, что сама игра, насколько я могу видеть, она без ENB. Что это? Откуда это? Почему это вообще тут вот так вот происходит? Я не особо понимаю. Но в любом случае, моделька, вот как лично я ее сейчас вижу, она получилась неплохая. Правда, почему? Вот это вот, как, блядь, спойлер, по-моему, или там что, крыло, вот это, почему он на крыше? Это у Toyota такой прикол, это такой внешний тюнинг, который я недавно обсуждал. Подсказка, если что там где-нибудь вылезло, вы можете зайти, посмотреть, обсмотреть и вообще прочие вещи также сделать. Ну, то есть, я не знаю. Мне нравится. Для меня все отлично, для меня все хорошо, все равно я это покупать не буду, все равно я езжу на мопеде, арендую его каждый раз, жду там очереди, когда мопед освободится, чтобы там зайти, поиграть и вообще арендовать мопед, и чтобы все у меня было хорошо. Поэтому, ну, да, почему бы и нет. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Хотел бы напомнить, что я играю на Black Rush, сервер Indigo, это 11-й сервак. Вы можете скачать Black Rush по ссылочке в описании, ввести мой никнейм при регистрации вашего персонажа, это Данила КПРФ, мой никнейм, по-моему, там будет, вот, и также мой промокод, хэштег ZDS, вы также можете ввести, и все у вас будет хорошо, замечательно и отлично. Всем спасибо за просмотр данного видео, надеюсь, что новый видеоролик выйдет завтра в 20:00. Всем спасибо, и всем, разумеется, пока, и до свидания.